Всем привет, уважаемые дамы и господа, с вами Виги. Это Готика 4. Ох, ребят, давайте вспомним, что у нас тут было. Ведь мы идем в новый остров. Ну как, по квестам, если кто помнит, нас отправили, где мы сейчас телепортанемся, на какой-то новый остров. Давайте вспоминать, прибыли мы здесь... Побегали тут по таверне, все квесточки тут поделали, вернулись в деревушку, очистили мост, пошли на ферму, спасли всех пауков, тут охренеть сколько классных квестов сделали, там еще всякие сокровища с вами подковали секреты, пошли дальше, упавшая голова, пещеры, бла-бла-бла, зашли сюда на перекресток с сумасшедшими магами, еще один прикольный район с магами, с монахами. Не будем забывать по большое-большое дерево с болотом, где мы очень долго времени провели. Также тут у нас живут не монахи, а как их? Вы поняли. Кстати. Неактивный телепорт. Вот тут мы еще ни разу не были, ребят. Может, нас и не будут портать на другой остров? Мы просто сюда сейчас бомбанем. Ладно, джунгли, джунгли, джунгли. Много-много пещер неинтересно, кстати. И большой зеленый город. Ладно. Давайте портаемся, посмотрим, что у нас получится. Давай, браток. Сила демонов. Она растет. Да. Да. Телеграмма. Дерево? Почему дерево? А, так, еще город. А, это просто заставки. Я уже думал, нам в болото опять ехать. Так, и мы в какой-то пещере. Пещера, пещера. Кстати, мы возле какой-то рядом. Так. О. Высоко. Нужно... пытаться откинуть. Ладно. Пацан какой-то стоит. Ну-ка, давай с тобой поговорим. What the fuck? Говорящий скелет. Что? Что, простите? Блин, а чё так тихо? О, вроде бы слышно, всё. Что тут у нас? Свиточки какие-то? Свиточки. Слушай, я у тебя тут сейчас... Опа, сундучары. Нормально тут. Так, еще сундук. Ох, ни хрена. 260 минуту. А, такая же. Блин, я думал, я что-то лучше в игре нашел. Походу, она самая лучшая игра. Привет тебе! Пастух и свыше. Ну, естественно, я пастух. Что, по мне не видно? Коса, да, естественно. Вот именно косы нам не хватало. Меч паладина. Но мы-то знаем, что у нас попиже будет. Так. А, миллиард зелий. Я так понял, нас готовят к какой-то мега-битве, ребят. Сейчас, минуточку, мы тут все свиточки поизучаем. Так. Крафт. Этот меч мы уже сделали. В принципе, ничего такого нового, ребят. Я не вижу. Вот на 22. 35. Амулеты. Щиты. Это, конечно, все хорошо. Ну, давай. Привет тебе, пастух из Фешира. О-о-о, давай, давай, с тобой побазарим. Я вижу, ты цел и невредим.
Очень хорошо. Подозреваю, что у тебя могут быть ко мне вопросы. Естественно. Естественно, у меня есть вопросы. Амулет спящего — лишь часть другого амулета, куда более крупного. Слишком большого для человека. Вот вторая часть амулета. Оправа. Каменные круги, разбросанные по всему острову. Это же твоя работа, верно? Точно. Я активировал все, до которых смог добраться. Остальные оставил Мильтону. Настроить их на твою сущность оказалось проще, чем я ожидал. А что именно делает этот амулет? Он сковывает определенного демона. Это что-то вроде магической привязи. Если ее подпитывать божественной мощью, она становится короткой и прочной. Но со временем ее натяжение слабеет. То есть получается, что спящий? Что-то вроде ручной зверушки-богини? Кто знает. Пока что мне удалось выяснить лишь то, что этот амулет не уникален в своем роде. Есть указания на то, что существуют и другие подобные артефакты, созданные для слуг Иноса и Аданоса. Некоторые из них, если они действительно существуют, могут оказаться настолько могучими, что... Что? А кто же такой спящий? Демон! Аватар Белиара! Но он не должен здесь находиться! Этот мир теперь принадлежит людям! О, какой злой! Это часть амулета? Да с этим можно смело на осаду замка идти. Да, человек мог бы использовать его в качестве щита. А вот богиня... Что ты смог узнать об этой богине? До всей этой истории с храмом я ничего о ней не слыхал. Ее имя известно не каждому. Но одно я могу сказать совершенно точно. Она древняя. Очень древняя. Многие, кто поклонялись ей, давно вымерли. Осталась лишь малая часть ее жриц и монахов. Жаль, что Анбаэль не вымерли вместе с ними. К сожалению, мне известно, кто они такие на самом деле, хотя с виду похожи на обычный культ Белиара. То, что богиня как-то связана с тремя, совершенно очевидно. Быть может, она их сестра, или мать, или предыдущий облик трех. Так что, этот огромный амулет нужно отнести в монастырь? Монахи знают, что с ним делать? Да. Но на монастырь сейчас как раз напала Ксеша. Что? Как можно быстрее всего добраться до монастыря? Через Зольдран. Чё? Зольдран? Что это за место? Как я понимаю, что-то типа отделения храма Белоглазой горы. Там для меня починили оправу амулета. Порой у меня возникает ощущение, что весь Аргаан — развалины одного большого храма. Эта мысль далеко не так абсурдна, как может показаться на первый взгляд. Я предполагаю, что в свое время Аргаан и был местом исповедания религиозного культа. Скажу тебе, что в Зольдране некоторые из последователей богини в буквальном смысле уходили в царство будущего. Вечная жизнь после смерти. И в зависимости от их деяний, блаженство или страдания. А как мне попасть в этот Зольдран? Иди в подвал моей башни. Оттуда на север ведет тоннель. Он приведет тебя к цели. Но остерегайся короля демона Зольдрана. Он служит Ксеше, и его собратья уже рыщут по острову. В поисках тебя. А, ну ясно, это будут наши враги. Я вроде бы все обыскал. Ладно. Давайте сделаем сейф. Так, ну что ж, пошли, куда нам тут?
Уважаемый, а нам куда? А, вот, походу, пошла тапенька вниз. Все, побежали, побежали. Так, только не вздумай мне падать. Это будет самая плохая твоя идея. Ведь мы падать умеем. А вот плавать мы не умеем. Господи, мужик, ну ты живешь. Ну придумал себе какие-то катакомбы, это что такое? Опа. Это мне надо. Ну да, это хорошо. Игра сохранена. Чё-то значит сейчас будет. Еще туда. Думаю, так-то возьмем. Почему бы и нет. Как хорошо, что... Что-то краснеет. Тут, походу, демон. Что так светит? Это вот эта файка так светит? О, ну ясно. Браток, у тебя тут скелеты как бы. Это ты понимаешь, ты там великий маг, все дела. Скелеты тебе подчиняются. Так, блин, подчинил ты? О, хрена, у тебя они тут питаются. Еще сдохли тебе, блин. Давайте мы сейчас их все подберем. И я вышел из боя. Точно. Мы по пути побежали, можно сделать маленький сейв. Я даже не знаю, куда нам дальше. Ну, если здесь нет ничего вкусного. Опа, тут какой-то щит, игра сохранена. Это не может быть сейчас использовано. Значит, нам в следующий раз туда. Понятно. Понял. Давайте пойдем в другую сторону. Я вижу, там уже кто-то летает. Опачки. Какую-то сферку я взял веселую. Так, а вот мне вот интересно, тебя, браток, стрелы бьют вообще? В голову там, да? Да, его только в голову стрелы бьют. Ну вы помните, как разбираться с големами? Где наш меч на замедление? Ну ты, пацан. Ладно, давайте его сейчас разберем. 44, 47. 56. Ну, слава богу, мы галим убить имеем. Сейчас максам, кстати, скоро не сделаем, конечно. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Ты так не дохни сильно. Полегче будь. Опять развилочки. Блин, пацан, катакомб надел, ты не мог меня назад телепортануть, я не знаю. Что за хрень? Давайте скинем. Я своих подошел, там горите синим пламенем. Прикольно. Весьма-весьма интересно. Слышал звук? Кто-то где-то шарится. Не очень. А, о! Кузнец у нас тут. И демон вон еще у нас. Все подряд. Сейчас я тут со всеми разберусь. Одну минуту. Нет, стрелы не, пожалуйста, дай. Демон! Тебе показалось. Ну вот какого хрена они видят, где кто находится. Так, вы помните, как с демонами мы деремся? Это электрическим мечом. Потому что он хуячит какой-то непонятный. Да вот этой вот фигней он фигачит. Ау. Так, слушайте, я восковал. Отлично, я его еще восковал. Да, вот я просто потерял меч. Таких тукасин. Вот, мы сейчас отвалимся. О, боже. Здесь зелья-то на тебя нет. Восковал. Это жестоко. Мечей полная рука, как это приятно. Ставим сейф. Ну что тут у нас еще парочка скелетов? А, голем. Так, ладно, вот это вот. Сейчас мы слегка подожгем. Что? Боже.
я понял твой намек. А я тот меч взял? Я не тот меч взял. Так. Да, это то, что надо. Хватит. Да. Это вот пацаны по одному разобрать. Ну, ладно, пацаны. Ну, у кого тут жилы есть? Ну, да ладно. Еще камни все. Охренеть. Ладно, побежали. Давайте попробуем против них использовать меч, который не хп резает. Так, резает потихоньку. Слабо, но резает. Вот я сейчас загнусь. Двойное зелье. Не помогает. Что-то резает. Меч уже не такой, как раньше, мощный. Но он просто слабо бьет. Да. Я вот думал, я сейчас его, значит, добью. Достану быстро меч. И маленьким мечом дофигачу второго. Ну, блин. Это было бы слишком легко, почти на максимальных уровнях сложности играть. Но вы помните, почему я не играю на самых максимальных. Потому что... Давайте мы... Скелет этого как-нибудь один на один разберем. Мы ведь можем, точно, мы ведь можем как-то их по очереди всех призвать. Господи, ау. Пока там пацаны ходят, я вот беру со скелетом. А ты уже два запускаешь. Ну, это нормально, я тебе скажу. Ну ладно, ты так и не докастовал до конца. О, боже, нельзя ночью записывать серии, нужно ночью спать. Так, браток. О, смотри, как кто это тебя спиночку стрельнет. Давай-ка мы тут с тобой один на один разберемся. Я уже начал пушить меча. Отлично, сейчас мы просто по одному разберем. Ну не надо камушки. Оу. Опасные камушки. Булыжниками такими. Давай, сейчас фигачим. Надо обойти. Не-не-не-не, он докастил, он докастил. Подходи, подходи, подходи. Нет, да похер, это тебе. Боже. Подходи ближе. Давай, 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 бежи, бежи. Сейчас опять докастил. Этот пацан знает, как биться против меня. Серьезно. Ну чё ты? А, всё, попал. Выхода больше нет. Да вот, это реально попал. Подождём. Пожалуйста, так. Чтобы ничего делать. Беги, беги, беги. Оп. Камушки, за камушком он полез. Сейчас мы тебя побей. Попочине. Бачок ему суём. О. Это за два жилья их разбираем. Ну, ХП, наверное, реально тонны две. Уже мне надо было. Два мага скелета, отлично! Встретились, вот мы и встретились. Да, 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 нафиг, замедление. Не успел докатить. Не-не-не-не-не-не, что это ты, значит, застрял? Всё, пацан погиб. Господи, нужно тебе идти, значит, по катакомбам. Ты выйдешь из выхода. Какого выхода, браток? У тебя тут просто непроходимая местность. Зачем я сюда спрыгнул? Я, наверное, теперь назад не смогу выйти. Куда я вообще иду? Как я ненавижу в этой игре пещеру, ребят. Как я ненавижу. Алмазик. Что тут у нас? Только не надо говорить, что это дорога назад. Где мы теперь? И... Это, мать вашу, дорога назад.
Ладно, пошлите туда. Там мы не были. Хотя, судя по тому, что у нас тут есть опять дорога назад, мы сейчас дойдем до края, и там будет стенка, и мы опять пойдем назад. Но только перед этим мы еще убьем много-много пацанов. Что это за хрень? Кто тут живет? Hello! Hello, мазафака. Что это? Свитки? Миллиард свитков? Почему бы и нет? Я все потырил. Мне кажется, тут кто-то живет. Тут есть кто? Нема тут никого. А, ну как я и говорил, мы просто придем, где будет тупик, и пойдем назад. Ну естественно, я так вот не понимаю. Смысл тут жить? Вот давайте подумаем. Живет там культист, значит. Окей, свежего воздуха нет. Все время вот это мрачно. Да, это по нему это мрачно, это нормально. Учится он там, значит, стрелять, алхимия у него. Грот есть деревянный. Зеваю, ребят. Поздно записываю, но... Надо, чтобы серии выходили. Постаивать канал не должен. Итак, наш культист там живет себе. Ну, блин, где-то еду ему надо брать. О, ты пацаны. Я вас чуть заметил. Если честно. А вы так и будете стоять? Ну, я же это только за... Ладно. А что он вообще делает? Что, простите? Подождите, что он делает? Вы видите, что он делает? Горящий скелет? Ладно. Опа, левел ап. Ну да, брат. Сейчас мы вот этому хедшотом понаделаем. Отлично, отлично заходит. Много-много стрел. Я не знаю, что тут делали пацаны, но у нас новый уровень. И все на силушку, да на ловкость. На стрельбу, правильнее сказать. Так. Что мы тут были? Мы тут были. Пошлите дальше. Ох, блин. Что ж мне так везет-то с этими големами? Где мой меч? Меч все еще нет. Вот так, я не знаю, почему ты такой зеленый. А, ну ладно, секунду внизу не хочешь. Как тут все меняется? Там красное, тут кислотно-зеленое, что ли. Кислотный цвет, блин, реально. Аж глаза режет. Ну, отправим это туда, туда гореть. Не знаю, тут уже горит. Понял. Ладно. Оп, пацанчики тут у нас. Да-да-да-да-да. И ты разошелся, господи. Ну. Что за меч такой? Топор 45. Нормально. Пока ты им замахнулся, полчаса прошло. Меч этот маленький делает свои грязные дела. Замедляет он, полчаса только замахивался. О боже, куда я опять пришел? Куда вы меня вводите? Лодка? Тут? Лодка? Подождите. Нормально это. Работает. Окисляется все как надо. Ребят, я потерялся. Я не знаю, что тут делать. Давайте назад гоняем. Что, я тебя, хочешь сказать, не обыскал? Теперь я тебя обыскал. Ну, побежали назад. Мне кажется, кого-то слышал. Ну, мы же тут были. А, мы спрыгнули вниз. Тот кружок мы делали. Кстати, надо добыть руду. Так, ребят. Что, простите? Был здесь.
Все же мне сюда? Назад? Серьезно? What the fuck? Что за хрень? Да? Реально назад. Ну там же писалось, дверь закрыта. То есть пока бы я тебе тут все не очистил, ты меня не отпустил? Ох уж эти маги. Ох уж эти хитрые маги. Дед этот, походу, меня не впускал, пока я тут, знаешь, подземелье не зачищу. Дам сюда. Ну давай, дверца сим силовим, открывайся. Отлично, ключ. Где я его взял? Вот ничего не обыскиваю. Что за хрень? Хрень, дед, я тут даже сам не жил. Ты великий маг, что получше себе места не мог найти? Ну да, конечно, еще големов тут 15 штук. Ты ведь один? Вроде бы он один. Пацан, поехали. Прибегаем к стеночке, по стариночке. Ну и поехали. Ладно, клик. Нет, таки мы выйдем отсюда. Ребят, ненавижу подземелье. Молодчик, красиво. Забудем. Отдай свой золото. Еще один, ну, тоже неинтересно. Конец игры, я не понимаю, зачем мне вот их всех убивать? Я могу реально со всеми бороться. Ну, конечно, у нас не два, проблема не взрывается, мы вот этим вот откидываем, когда он попадает. Кстати, в каждом мы уже с вами применение знаем. Давай топнем. Камушком там наперевес стоял. Место такое, может что есть вкусного? Ничего вкусного. Оп. Нету ничего. Давайте сделаем сейф. Так, ты что меч достал? Спрячь меч. Сундучки. Нету сундучков. Руда, это я же даже не знаю, зачем мне это руда, если мы ничего не крафчу. Погнали отсюда поскорее. Так, вроде бы выход. Дам, попахивает. Так, скелетон. Скелетон маг. Ты, браток, извини, но мы должны замедление. Понакидай немного. Охренеть, щенков. Охренеть. Ты что там так бомбишь? Пукан мой, больно. Ты, по два файла тоже. Молодец, молодец, я тоже так когда-то умел. Сюда, это пары свои, давайте сюда все банки эти. Что это за хрень? Зелье какое-то, никогда их не пил. Это у нас рука и горящий труп. А если думал, что это за хрень, все время думал. Еще одно место культистов. О боже! Еще миллиард подземелий, маг! Ты каким образом тут вообще оказался? Нормаленько это. Пацаны уже бомбят по полной. Господи, они уже побежали куда-то какими-то путями непонятными. Кстати, можно завернуть сюда. У нас тут что-то будет, игра сохранена. Давай-ка мы попробуем. Там еще один маг. Это же двое. Ну, они поджигают. Горишь потиху. Все. Вот и дока. А, их тут уже двое пидор. Надо попить. И себе тоже замедление. Пока на касте. Все, тихо, успокойся. Я сейчас буду с ними стап проверить, потому что опять где-то, знаете, придем, а там двери закрыты. Следующая остановка. Возвращаемся назад и ищем ключ. Да? Да. Так много этих алмазов, мне кажется. Может, какой крафт у продавца будет? У меня золото 44 тысячи, господи.
Мне кажется, разрабы знали об этом, то, что я там буду. Знаю. Богато в конце игры, надо что-то дорогое ему сделать. Так, 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 так. Все замедления понакидал, тихо, зашел, зашел один, что второй. Так, тихо, он замахивался. Во, маленьким мечом. А хер я без щита вообще тогда хожу? Где мой щит? Уважаемые там. О! Печать богини. Да его можно как щит использовать. Так мы его и будем сейчас как щит использовать. Красава. Это же точно самый мощный? 80-30 здоровья. Да, это реально. Мы его будем использовать как щит. Охренеть. Да с таким только на саду ходить, действительно. На, пожалуйста, используй как щит. Я думаю, что он будет слегка поцарапанный к концу нашей битвы. Богиня там не особо разозлится. Я уже дал лампочку, какой у нас щит. Состояние. Баночки тут все изъели. Вы что, пацаны, чтобы я хоть что-то пропустил? Они же бульки, смотрите, уже 9 булек насобивал. Они нормально хп рисают. 722 хп. Так. Оттуда пришли, значит. Значит. Вот так. Это только что было. Походу я заблудился, ладно. Идем дальше. Кто здесь? Просто всякие кастрюльки со всякой вкусной фигней. Ребят, вы не обращайте внимания, что их лутаю. Просто они, ну, они нужны. И не зачем. Я... У меня болезнь все собирать. У меня в локации сумки все забиты. Мне надо лечить. О, вот ты где. Ну вот мы и встретились, пидор. Ау, ау. Что значит? Все. Быстро бежим. Оп. Ты куда-то там... Туда кастуешь, хлопец. А сколько мы, кстати, поглощаем? Доспех. 61% урона мы поглощаем. Вот это я понимаю. С этими пацанами разобрались. Перед тобой мы соеванемся и достанем наш мегалук. Опасная ты баба, я смотрю. Очень какая-то опасная ты баба. Я тебя хочу. Давай, блин, давай. Да доставай ты меч, господи, что ты делаешь? Еще одна. Включает животик. Вот так вот, Как ты еще умеешь? Летать умудряешься? Я не понимаю. Ну да ладно. Что тут у нас за трон какой-то? Где у нас красавица посередине была? Это у нас чё? Наверное, что-то очень важное, что по нему пешком хожу. Оттуда белым, красным, синим. Странно. Ты у нас кто? Я даже не знаю. Не хочу знать, кто ты. Давайте-ка мы на секундочку сюда зайдем. И мы уже понимаем, что тут делать нечего. Это тут сундучок? Нет, это не сундучок. Мне, к сожалению, показалось. Блин, разработчики, неужели вы вот для всяких таких вот собиральщиков, которые каждый уголок прошаривают, не могли бы что-нибудь интересное придумать? Они, конечно, придумали. Да, молодцы там. Собери тридцатник этого. Тридцатник этого, по поводу. Амулетов, кстати. Десять, шесть, пятнадцать, четыре. Это вообще что за хрень? Потихоньку собирается, надо тридцатник. Браток, я пришел тебя освобождать! Не-не-не-не-не-не, ты закрой дверцу. Сам открыл, ну ладно. Сидел тут такой пожизненно. А я... Что это? Воу! Так, ребят, что-то мне игра выкинула. Я начал дальше записывать, точнее играть и без записи. В общем,
Там какой-то у нас лестница наверх идет, а вот там один демон. Синенький демон. И мне хочется почему-то с ним разобраться. Давайте-ка мы с ним сейчас поковыряемся минуточек. Так. Отлично. Опа, я взлетел, поймал момент. Все, ничего не может оставаться. Сейчас к стеночке, пацана. Отлично, все. Начинаем его по полной, так скажем, гнобить. Так, что ты едешь? Едет потихо. Тоже жирный, как голем. Еще бьет постоянно, удержка не очень больно, скажу. Хорошо, что камней не кидается. Я понимаю, что разработчики не хотят... Ну, они молодцы, не хотели делать игру линейной, чтобы как бы все это было. И они вот сделали такую комнатку с мобом, да. Дабы я развлекся. Я вот не понимаю, что там просто этот демон делал, для чего он там вообще нужен был. Ну, да ладно, зачем играть в игру? Она хорошая. Пыталась, как бы с открытым миром, как бы нет. Как бы вот готика, она изначально была... Как Skyrim, только готика. Стоп, это прозрачная текстура, если я не ошибаюсь. Да, это мега у нас текстура, ребят. Что-то... Так, что тут до хера, подождите. Как-нибудь по одной вас можно вытянуть? О, отлично, отлично. Вдвоем вас потянули. Так. Сейчас мы вот этого демона поймали. Похрен на то, что меня там сзади эта хрень бьет. Живем пока что. Мне нужно его держать, чтобы он не начал дамажить. Смотрите-ка, мы еще хилимся, откуда же у нас исполнение здоровья есть человеческое. Эта хрень мне еще прям... Ну куда-то свалился, мне ударить не может. Танкуй спиной, как бог! Анбаэль хреново. Давай. Я яичком ей. Я знаю, они у нее есть. Все, все исчезли. Очень хорошо так подрались. Оп, сейф. Ну и вот эти две еще можно сейчас поковырять. Так, иди сюда. Полетел. Да. Опасный ты у нас демон, я смотрю. И в хедшот сделаю. Не ты получил, ну да ладно. Не-не-не-не-не, вот этого не отпускай. Стой, насрать. Не знаю, этого поковырять, он больнее бьет. Вообще нас совершенно не бьет, не бьет, сейчас покинемся. Пока еще живем. Смотрите, она побила, поняла, что я как-то не активен. А, не, смотри, еще бьет. А, да. Слыхается, устала, бедная. Ну ладно, давай, вот мы сейчас с тобой займемся. Даже стреляться не буду. Больше сложности. Ты не будешь падать? А, ты сейчас дохнешь, что классный трусив, кстати. Я тебе могу предсказать твою смерть. Эпичненько, так скажем, с красивым полетом сейчас подохнешь. Верховная жрица НБ. О, это верховная даже. Полетел, смотрите. А, она же в воздухе растворяется. Так неинтересно. Я не знаю, что меня ждет впереди, но я сделаю сейф. Что тут у нас? Огоньки, волшебные огоньки. Это выход-то, это не дырка в текстурах. Отверстие, отлично. Да. Охренеть, пацан жил под этим самым. Ну что ж, вот мы опять назад пошли. Весьма любопытно. А, и скелеты нас будут ждать на каждом шагу. Ну, естественно. Как же я мог забыть про скелета? Скелеты тут, походу, по уровню вообще не отличаются. Големчики. Ты такой большой, кажется, снизу, когда на тебя смотришь. Да, тут что-то пацаны вообще у нас забейли, они по уровню. Сделать их более опасными. Ну не надо было вот ставить, братан. Ну не надо вот это вот. Отлично, еще раз побеждаю. Давай-ка я ставлю. Хрен тебя не удар. Воу, ты так... Лихо... О, два мага. Пью, матрица. Попал. Оп. Уходим? Нет, он все же успел.
Да, кастовать, прежде чем я его убил. Хорошо, что я не поспорил. Уже какой-то котик виднеется. Ты вся в камушек, молодец, я тебя поздравляю. С этим камушком ты не подохнешь. Полетел в меня камень. Оп, уклон. Бежит. Блядь. Иди-ка. Ну ты и пищнуга. Ого, ты еще прям покруче. Просто прорываемся. Трупы видны, которые я не обыскал. Кстати, у них мечи. У них мечи можно обыскать. Или ты с ними уже не поладил. Одно из двух. Так, значит, мне с тобой надо разобраться. Вот ты жирный. Пусть посажирный. У тебя маги больно тут, да, теперь с ними разберусь. Они повключали свои блоки. Охренеть. Они как бы быстро дохнут. Ну как бы вот мне со всеми, разобраться надо. Все, пацан, ты поехал. Владыка демонов. ХП мало твоих прислужников оказалось. Причем я быстро вас расковырял. Давай тут же поехали. По 69, по 62 бьет. Как бы еще без замедления делает. А сколько вот этот меч у нас будет бить? 32. Это даже и так 34. Ну этого атаки больнее арта. Просто для проверочки. Там куча верховных магов. Неужели вы с ними прямо забраться не смогли? Ни хрена себе у этого автоатаки, ребята! Они до 150% больнее бьют. Там я бил, значит, по 60. Либо это по один он так больно заходит. Ну, в любом случае, мы сейчас найдем какой-нибудь голема. Если там будут такие же маленькие числа. Давайте мы сделаем сейв. Вот сейчас на тебе, пацана, мы это... Сейчас мы это чувствуешь. 48, 59, ну да, в принципе. Да, у них было немного, там урон занижен, все дела. Что ты там меня, сестренка, обижаешь по моей спине? Спине пастуха, которого на травушке всю жизнь напалял. Овец отпасла! А я, оказывается, мечом махать умею покруче всяких. Давай, так и закончим сегодня с вами. Спать я не пойду. Так, хреново мне надо исцелиться, пожалуйста. И сделать сейф. Да, меч, разницы нет. Но это чуть побольнее. Плюс он еще... Господи, вы хотя бы когда трупы мертвые ложите, вы их опустите на землю. Лентяи уже так быстро игру они туда делали. Дай-ка я тебя позову отдельно от остальных. Я ведь могу это сделать. Да, 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 ты идешь отдельно на меня. Давай-ка мы тут с тобой разберемся. О, там маги, маги-скелеты. А, это двуручный достал. Током бьет. Я думаю, что за хрень, куда мой щит исчез? Снаряга, давай-ка ты назад. Оп-оп-оп, подошел, все, браток, ты попал в него быстрее. Когда твои хлопцы сквозь стенку дурдят, я буду долбить тебя мечом. Да-да-да-да-да. Я надеюсь, это не финишная прямая игры, потому что, как Макс сказал, у нас там еще хватает действий. Главное удивление реально долгое. Я сейчас по-быренькому разберусь. Полетели. Палочка удара к тебе. Побежал. Ты серьезно? Так, подожди. Я не знаю, как вы до сюда сможете добраться. Кстати, нормально так по текстурам можно поползать. С вами мяч сейчас одновременно разберемся. И тебе пиздюльку.
с одного класса. И вот мы выберем вот эту подругу. Извини, но ты умрешь раньше, чем твоя сестра. Да? Откуда я семью войной? Кто это твоя учитель? На бочках ты умрешь. Нефиг было трогать тут моих братьев и сестер. Что вы там, чуживы? Надо сделать, кстати, сейф. Так, тут у нас все поломанное, вижу. Я тут все полутал. Делать мне тут нечего. Так, пойдем повыше, там у нас еще пацан. Ты это, я не хочу никого там трогать, ты спускайся пониже. Куда ты полетел? Вот тебе в крылышко, отлично, полетел, полетел. Ой, опасно как. Все. Текстур, ты застрял. Туда вот по ступенькам не можешь подняться. Ну, он тоже, кстати, не может. Не зайти. Невидимая стена ступеней. Только в нашей игре. И... побит. Ну что ж. Тут еще палочка у нас. Господи, не пугай меня так. Два мага по бокам оставлены. Оп, оп, поймал. Блин, так как, ребят, надо мне сейчас еще. Вот мы тебя сейчас доковыряем, и там финишная прямая. Ну как, не игры, надеюсь, а так. Наше дано задание, и... ой, благо можно сейчас посетить. Поехал, поехал. За вас экспы дают как надо быть. Я уже почти новый уровень качнул. Если не считая того, что... у нас очень дохрена опыта надо. Опа, давай-ка рассказывай. Избранный! Что это за дыра? Ксеша там? Этот тоннель ведет в укрытие последних уцелевших Анназири. Ксеша знала, что мы укрываем Селену. Она убила наших учеников в назидание. Теперь нам придется жить с грузом этой вины на душе. Если кто и виноват в случившемся, то только Ксеша. Она там внизу? Да. Одна голова пожирает другую. Ксеша не должна была просыпаться ото сна. Теперь равновесие нарушено. Тогда я восстановлю его, убив Ксешу. С дороги! Что, серьезно? Что? А куда? А, вот тоннель, тоннель у нас тут. Ну-ка, давайте-ка мы зайдем в прыжок. Прыжок. Бежали. Так, понятно, карта у нас тут не нарисована. Еще миллиард скелетов всяких. Замахивается он. Ау! Было больно, браток. Ребят, нет, тоннель будет долгий, опять будут поиски. Ладно, ребят, мы нормально так помахались, из одного тоннеля вышли в другой. В принципе, понимаю, что сейчас случилось. Ну, как-то вот так, ребят. Демоны, демоны и всякие в поисках Ксеши. Мы скоро ее настигнем. Да-да-да. Ладно, ребят, это была Готика 4. С вами был Виги. Скоро увидимся. Всем пока.